Сегодня вечером в этом зале собрались. Сегодня праздник бесконечен. Детей мы выпускаем в жизнь. Уж все готовы, все готово. Цветы, улыбки и слова. Встречайте в этом светлом зале виновников большого торжества. Трудолюбие и удача
основе, чтобы легко вам шагалось и ровно, добрый путь, мои любимые выпускники. Слово предоставляется классному руководителю 11-го В класса Лисяжнюк Анжели Алексеевне. Этот вечер настал, не верится. Экзамены сдали, опять не верится. Аттестаты напечатали, вообще никто не верит. Но все состоялось. Дети, вам будет очень не хватать того чувства локтя, того чувства класса, дружеской поддержки, ощущения класса, ощущения силы, которую вы обрели в классе. Но вы люди этого времени, вы сумеете прогнуть это время под себя. И то человеческое, что есть в вас, я прошу сохранить и передайте это человеческое миру. Он в этом нуждается. Успехов! Самые лучшие. Мне я не мог представить лучше
класса, чтобы учиться в нем. Очень мы любили эту школу, и в будущем мы всегда будем говорить с гордостью, что мы гимназисты. Спасибо. Внимание! На вынос знамени прошу всех встать!